Здравствуйте, всем доброе утро. Рыболовный клуб «Фишка» Данилова приветствует вас. Вот сейчас мы произведем утреннее зарыбление осетриком. Так, дойдем до весов. Вот весы у нас 0. Все по-честному, без обмана. И вот Санечка сейчас начнет зарыбливать потихонечку. Вот. Как мне вот заводишь? Да. Тихонько ручей вот длинный. Ну, выкидывай, выкидывай. Смелее. У тебя спина что? Ой. Да, надо 20, Саш. А ты не надо, по 3. Вот так. Да, я не понял. Ну. Да-да. Рычажок длинный. Цепляются насасты. Сколько там, Саш? 4,5. Ну давай еще 6 штук. Да ты все это-то, сачок-то не пихай весь. Вот прямо положил сбоку здесь. Раз, вот туда. О, вот он. Вот он. Таракашечка. 19,5. Ну ладно, давай еще одного. Ничего страшного. Вот он, ага. Отлично. Брось ее пока, Сань, туда. Вот. Ну вот, ребятушки. 27. Спасибо. Вот он, родимый. Вот он, родимый. Так. Едем подальше. Едем. Давай, в мою сторону чуть-чуть. Все, высыпаем, Санька. Там. Ну что там, пошел? Вот он, носатенький. Пошел, родимый. Плюм-плюм. Плюм-палярим, плюм-плюм-плюм. У нас сегодня дамы ловят с утра. Вот, ручкой нам машут. Так что, думаю, сейчас поймают. Всем добра, ребята.